Ужас какой. Всем привет, с вами Денис на канале DivGame, и мы продолжаем играть в доблестные сердца Великой Войны. Ну что, друзья, погнали! В то время, когда Карл был как никогда близок к дому, Фредди должен был встретиться с канадцами у Вими. Девятое апреля 1917 года. В небе над Вими Джордж, британский летчик, выполнял для артиллерии разведку германских позиций. В тот день возглавили атаку канадцы. Так, бежим. Вими, Франция, 9 апреля 1917 год. Может, стрелять мы будем? Давай, давай, пуль. Отлично. Прямо наверх куда-то бежим. Че, у меня ни оружия, ничего. Дайте мне хоть что-нибудь в руку. Ой-ой-ой-ой-ой. Что тут надо будет делать? Так. Отлично. Ура, бежим быстрее, ребятки, ну быстрее же. Поубивают нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего себе, опасно как. Так, тут что-то крутим срочно. На 8. Нет. Что-то нам крутить надо дальше. Давайте. Надо было узнать, я думаю. Надо было узнать. Кого узнать? Сколько? Да понятно дело, я не знаю, как крутить, на сколько градусов. Так, и не сюда, блин. Так, давайте на 40. Я же не знаю, как. Так, 40 чуть-чуть еще. Давайте на вот так. На 50 примерно. И... А, вообще не туда, да? Отлично. Ну ладно, я тут... Сколько, чувак? Тут невозможно, да, узнать, насколько. Тут закрыто, можно пройти, хорошо. Ого, минометная фигня какая. Ого. А, вот я могу смотреть. Ага, прикольно. Так, это стоит у нас 65 и 15. 65 и 15. Ребята, 65 и 15. Бежим, стреляем заново. Так, а тут что у нас? Ага, тут я поднял шлем какой-то и в зод забежал. 65 и 15. Сейчас мы все это сделаем. Так, где тут выход, блин? А, вот. Так, где? Куда? Так, 65. Так, я и стрелял 60. А, вот, 65. Отлично, попробуем. Так, и 15. 15, 15, 20, 15. По идее вот это. Огонь, все, бежим. По идее всех уничтожим. Ты их там, что ли? Серьезно, блин? Не понял. Так. Блин, ну тут можно, если так рассуждать, тут можно даже... Так, если здесь... 5, давайте попробуем 5 и посередине, чтоб... Блин, ну 65 четко, идеально. 65 прям стоит. Так, выходим. Ой, не сюда нажал. Да блин, как выйти теперь? Что еще? Что неправильно? Да, да понятное дело. Подождите, я стрельнул разочек на всякий случай. Так. Блин, они там вообще, там надо прям точка в точку, что ли? Ага, отлично. Ну а там 65 четко же было видно.
65, вот, прям идеально. Разве нет? А, все. Что-то пошло не так в тот раз, ребят, но все мы выяснили. Бежим дальше. Спасать всех. Вперед! Что тут? По нам стреляют, нифига себе. Бежим, не останавливаемся. Бежим, да блин, бей ты эту фигню. Ай-яй-яй-яй-яй, надо было ударить. Все стоят, только я должен, блин, что-то делать. Бежим. Проносим, проносим. Не останавливаемся. Блин, как тут они вообще, я не пойму. Ага, все. Баба. Бабах, бежим, бежим, ребята. Да бежим, ломаем все и бежим. Самолет сейчас грохнется на нас, я чувствую. Бу-бу, нифига себе, круто как. Так, вниз, давай, давай, да быстрее ты спускайся. Что, ты мне скажешь? Ничего никто не говорит. Ага. Ага, нет, кое-чего не хватает. Все бы хорошо. Так, тут мы пройти не можем, я уже понял. А нам надо, по-моему, колесо, что ли, там. Да я понял тебя. Каким образом, если не хватает? А, от самолета, я думаю, надо нам что-то будет отвинтить. Сейчас попробуем. Нет, нет, я думал от того, который упал. Ой, куда идти тогда? Куда идти? Все молчат. А, вот, все, увидел. А, две монетки. Тут вообще опасно ходить. Не хватает рычага нам. Рычаг. Давай, давай. Берем. Его можно? Конечно. Давай. Опа. Что это значит? Нифига не понял я. Ну да ладно. Надеюсь, все правильно я сделал. Так, а, повернул в другую сторону. Ага, целимся. Да я вообще ничего не вижу. Куда тут я стрелять, я вообще не понимаю. Да я-то могу, просто куда? Все, попал, он нам руководил, куда стрелять. И мы попали. Ура, бежим дальше. Бежим, мои бравые бойцы. Вперед! Дальше, конечно. Вперед, вперед, вперед. О, блин, танк, 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 погоди, а, не погодим. Ой-яй-яй-яй-яй. Ай, подождите. Не спешим. Ого, бабах. Ай, назад, назад, назад. Нифига себе. На меня чуть не наехали. Так, пулемет. Чечек. Бежим, бежим, бежим. Жесть просто. Тут войну круто вообще показали. Толкаем, толкаем. Что там за дракон? А, с пулемета просто стреляет. Давайте, давайте, ребятки, давайте. Так, сюда заходим, это точно. Тут что у нас? Ух ты, блин, неожиданно, как что-то пошло. Так, погодите, если я сюда. И вот так вот, бубу. Так, а тут вот чуть-чуть вот. Давай, нажимай, нажимай. Ба. Так, все.
Куда? Я с вами, погодите, вы погодите ж меня, погодите. Так, тут что у нас? Что тут надо кому? Непонятно, но надо на лестницу. Чё вы мне не говорите, что надо? Карта. А дальше, просто дальше бежать и все. Я вам помогу, вам, ребятки, давайте вместе поднимем флаг. Отлично. Ух ты, как классно. После множества неудач, ценой огромных жертв, канадцам все же удалось отбить эту высоту у немцев. Вероятность участия США в войне возрастала с каждым днем. Письмо младшего брата Фредди подтвердило, что их страна уже буквально рвется в бой. Карл был в паре сотен метров от фермы Эмиля, когда рев французских воздушных патрулей заполнил апрельское небо. Так, ферма Эмиля, Сен-Миль, 9 апреля 1917 года. Читаем. Сельское хозяйство в годы войны. В годы войны почти все годные к службе мужчины были отправлены на фронт, и в сфере сельского хозяйства появился дефицит рабочих рук. Чтобы снабдить продовольством и солдат, и мирное население, от женщин, подростков и стариков, занявшихся работой на земле, потребовалось невероятные усилия. Ситуация усложнилась тем, что военных нужд было реквизировано огромное количество лошадей и много крупного рогатого скота. Не хватало удобрений и техники. Несмотря на привлечение к работе пленных и беженцев, во многих странах сельскохозяйственное производство в годы войны снизилось. Ну еще бы. Война, все позабирали. Как угодно, так и работайте. Ой-ой-ой, прям в газ забегаем. Собак. Тут что-то совсем ничего не видно. Ага, поломать не можно. Хорошо. Так, можно сюда залезть, можно туда залезть. Непонятно ничего здесь. Так, ладно, тут можно типа поднять что-то, да? Так, собачка, привет. Мы с тобой два в противогазах чумных чувака. Так, давай, давай, крутим. Угу, пётель, залазь. Залазь, мой хороший, залазь, не бойся. Зачем, непонятно, но надо. Так надо. Отлично. Сиди там. Так, что-то поднимается. А, вот так вот надо, чтоб это он, в общем, сделал, понятно. А мы бежим, пока пробегаем мимо. Давай, давай, давай. Собачка, сейчас я вернусь, погодите, что тут записка какие-то. Так, ну это ж не ради записки я сюда зашел, правильно? Серьезно, что ли? Ну да, тут стена. Что-то я не понимаю, ребят. Что дальше? Так, а сюда не могу, сюда не могу, никуда не могу. А тут что у нас? Какие-то сложности вечно у них тут. Так, в эту сторону, если я побегу, то я упрусь в тупик, да? Понятно. Тут могилка чья-то. Ну ладно, сейчас разберемся. Пока непонятно ничего, но разберемся. Что нам дальше делать, не пойму я. Так, собака, что ты в стену воткнулась? Нам надо, чтобы ты что-то сделала.
Так, что мы тут можем? Ничего вообще не можем. А, может, чтобы она опустила обратно? Ай, блин, придавили. А, чтоб я туда залез. Все, я понял, ребят, все. Пойдемте. Теперь я сообразил, что надо делать. Не прошло и полгода. Все, заходим. Заходим по-быстрому. Ломаем преграды. Да, все, собака, спокойствие. О, нет, не сюда. Да нет, 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 нет. Так. Пёсель, залазь, мой хороший. Молодец. Вот мы тут разбиваем окошко. Так, собачка. Что тут у нас есть? Нет, она поднялась, блин. Пёсель, нажми, пожалуйста. Угу. И еще раз, пожалуйста. Вот, да. Так, поднялись мы куда-то там. Угу, отлично. Так, я могу сюда. Могу сюда. Тут я разобью стекло, чтобы немножко нам мягче было. Так, тут вот... Здесь у нас... Так, собачку надо. И здесь собачку, да, надо. Вот так. А как же нам так сделать, чтобы... А ну. Так, нам надо, ребята, с вами, чтобы собака, да, к этому. Ага. Она бы рада, только каким образом. Ее что ли сюда приманить? Так, я что-то не смогу, да ничего. Ну да. Так, следовательно, нам надо. Ага. Значит, сюда. Сюда. Так, непонятно, что я вообще застрял. Блин, что мы сделали, ребята? Угу. О, блин, оказывается, можно было спустить. Что за фигня такая? Пёсель, на троечку, пожалуйста. Я тебя подвину. Ты пока двигайся, не бойся. Молодец, умничка. Так, залазь, бери там, что там нам надо. Бери, бери, бери. Так. Бери, чувак, у него. Гута. Ага, гута не то слово. Так. О, нет, погоди, пёсель. Я кину сначала сюда. Офигенно. Пойдем отсюда. Пойдем, мой хороший. Ну, бежим, ребята, дальше. Дальше бежим. Кто-то зовет на помощь. Мы, естественно, спасем всех сейчас. Да погодите. Мы бежим. Ой, ужас какой. Так, разбиваем стекла. Стекла самое главное. Здесь стекло разбить. Здесь что-то опустить, да? Зачем опустить, непонятно. Угу. Короче, нам надо сначала разбить все стекла максимально, чтобы мы видели, куда идем. Бабах! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, кирпич возьмем, разобьем. Там где-то я видел стекло еще. Сверху, по-моему, было. Вот, да.
Нам. Так, вот, нам дышать легче стало. Тут мы можем даже пройти. Тут мы должны взять крюк, опустить его куда-то. Там вот крюк был, собаку, да, мы должны перетянуть, я уже понял. Сейчас, погодите. Крюк обратно. Вот, нет, вот сюда. Опустим его вот сюда. Собаку посадим. Прыгай, пёсель. Поднимаем и перетягиваем ее. О, да. Офигеть, она тянется. Все, теперь надо, чтобы он нам взял. Там что-то ценное лежит. Возьмем что-то ценное. Пёсель, бери. Бери, мой хороший. Так, свечу какую-то ради нее, что ли? Офигенно вообще. А, не, вот здесь вот, ну все. Я уж думал, реально ради нее, думаю, офигенно вообще. Так, что он сделал? Ага, он мне поднял, чтоб я мог сюда пробежать. Зачем? Так, чтоб я мог взять эти две картофины. И все, реально, ну что за жизнь? Так, ну не просто ж так это все поднималось. А, все, 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 все. Пёсель, опусти обратно. Давай, обратно. Давай, давай, давай. Она опустится, я смогу наверх, да, забежать. Да по я слышу тебя, что ж я могу сделать? Так, что тут я могу сделать? 4. А, это к тебе. Так, и зачем я это все сделал? Непонятно, ребят. А, ну чтоб он еще раз поднял, я мог уже перебежать сюда. Что ж я такой невнимательный сегодня? Вот, все, вот, 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 вот мы бежим. Залазим на крышу. Так, здесь бежим по самой крыше. Спускаемся. Сейчас спасем. Сейчас спасем. Погодите. Дайте тут самим разобраться, что к чему. Так, тут пожар, тут собачка. Она ничего не может, да, сделать. Так, а как же быть? Что же делать нам? Да ладно. Опа, упали ниже. Ну нормально тогда. Так, 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 так. В огне, в дыму, в газе. Аж жесть просто. Ломаем просто здесь. Все гораздо проще. Спускаемся вниз. Сюда. Как тут? Ай-яй-яй, бабахаемся еще ниже. Мари. Давай, давай, Мари, блин. Вытаскивай, хоть туда ее тащу, интересно. Разбивай эту всю фигню, чувак. Тащи, Мари, блин. Так... Большой слишком дом какой-то у нас сегодня. Давай, 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 давай. Ужас какой. Ну, показывайте нам, что там. Апреля 1917 года. Эмиль был еще слаб, но генералу нужен был каждый солдат для крупного наступления. Это была очередная битва, решавшая исход войны. Итак, 3 головы, что ли, нам принести надо?
читаем. Так, шпионаж. Военные министерства всех стран участвовали в Первой мировой, отлично понимали роль информации и дезинформации в войне, и поэтому с самого начала конфликта уделяли большое внимание вопросам секретности и разведывательной работе. Для слежения за маневрами вражеских войск широко применялись воздушные шары, дирижабли и самолеты. В тылу была объявлена настоящая охота на шпионов. Многие государства старались найти способ влияния на оппозиционные партии тех стран, с которыми ввели войну. Например, Германия оказывала поддержку ирландским активистам и русским революционерам. Вот так вот. Так, туда. Как туда, если меня гонят обратно? Тут... Троих туда, все. Я думал, троих убить надо, троих позвать надо было. Ну да ладно, тоже ничего так. Все трое в сборе. Что ты тут? Погнали. Только дайте мне ружье. Почему он всю жизнь в майке этой ходит? И в холод, и, блин, во все, в любую погоду. Так, жуть. Бежим. Все вперед. Забегаем. Нас все больше и больше. Осторожно, нафиг я побежал, блин. Да уж. Собирали, и все погибли, блин. Бежим, уже поосторожней здесь. Толкаем. Бежим на мост. Тихо. Блин, ну почему я не смотрю? Почему я такой невнимательный? Толкаем, друзья, толкаем, банда наша. Я буду осторожнее в этот раз. Все, бежим. Да куда ты побежал? Я ж нажимаю взять. Что он творит? Нет. А, ладно, уже бежим. Блин. Попытка номер 3. Надеюсь, она... будет удачная у нас. Так, бежим. Все, бежим снова. Тут что у нас? Перекусывай. Ждем, пока перекусит. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, надо отойти, он сейчас будет стрелять. Да я тебя спасу, чувак, спасу. Бежим, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, не бежим. Бежим теперь, бежим. Да как же тут много. А, рыть. Да как рыть, я забыл, как рыть. Уходим. Блин. Так, роем. Подкопы. Так, погоди, вниз иди. Давайте. Блин, как же тут жутко. Так, стоим, назад. Бежим. А тут надо быстро, тут пипец. Ай-яй-яй-яй, да тут куда обратно, да? Вперед теперь. Жесть, вот это, блин, реально игра.
Так, ждем, пробегаем. Тут удар, я понял уже. Давай, колоти. Да колотишь ты, блин. Чуть-чуть не успел. Бежим, бьем, бьем, бьем. Еще, еще, еще. Какая она долгая. Так, тут надо рыть прямо вот здесь вот только. А, ниже. Ниже, осторожно надо. Офигеть, тут прям подкопы. Как он, правда, видит, где рыть? Чисто интуиция. Так, выходим. Бежим, ребята. Я тебя сейчас вытащу, чувак. Спасу тебя. Обалдеть. Одного спас, и куча погибла. Ну и что мы? Вперед, вперед, да? Я жду, ребят. Я не знаю, как вы, а я жду. Так, бежим. Блин, я думал, он за ними будет бежать. Бежим, бежим, бежим. Поднимаемся. Так, читаем. Наступление по Дамской дороге. Генерал Невель, окрыленный успехами Певердини, запланировал на весну 1917 года крупномасштабное общее наступление в район реки Энны и Дамской дороги. Германские войска, которые удерживали господствующие позиции на данном направлении уже около 2 лет, имели в своем распоряжении тяжелые укрепления и хитроумную сеть подземных сооружений. Наступление, начинавшееся 16 апреля, вскоре захлебнулось. Всего за несколько дней боевых действий число убитых составило 200 тысяч. В отдельных подразделениях союзных войск вспыхнули мятежи. Провал этой операции прекрасно иллюстрировал жестокие позиционные войны. Да уж. Так. Офигеть. Ай, блин, ну что такое? Что такое? Так, спокойствие. Я уже знаю, что тут бомбы. Какие-то бомбы, блин. Отходим. Еще дальше, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас мне придется тянуть это, да, динамит. Вперед! Он, блин, ты всегда подгоняешь, вот убегаешь постоянно. Бежим, ребята, вперед дальше. По траншеям, по туннелям, по лабиринтам. Куда угодно. Бабах. Спокойствие. Спокойствие. Надо на них чаще смотреть. Ждем. Угу, пробегаем. Ждем. Пробегаем. Что вы тут? Пойдемте. Бабах. Нифига себе тут расстояние. Бежим, я с вами почти. Так, тут сейчас я пророю вам что-нибудь. Ага, тут вниз мы. Пойдемте вниз. Так, осторожней, да блин. Офигеть, тут на пути прям снаряды попадаются. Да ну нафиг, офигеть, жесть. Так, выходим, выходим, осторожно выходим отсюда. Все, выбежали, фух. Бежим дальше, ребята. Так, ай-яй-яй, я понял, что надо смотреть, но нифига не смотрел, как всегда. Так, мы далеко прорвались, прям, наверное,
тыл втроем, тройка нас лучших. Угу. Так, опять пулеметчики. Так, тут нам надо толкать ее, что ли? Блин. Я думал, он ее сильно толкнет, что она покатится, и мне надо бежать даже будет. Вот, вот типа такого. Да, блин, какая ты быстрая. Бежим дальше, чувак, нас двое с тобой. Вместе сели. Так, подожди. А, вот. Поехали. У-ху. Так, а что, почему, как? Что не так пошло? Или мне надо спрыгнуть с нее? Так, погодите, не пойму. Вот здесь. Могу я спрыгнуть? Могу, бегу, бежим, бежим, бежим. Бежим еще, бежим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И снова бежим, 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 бежим. Да нифига себе тут далеко бежать. Я смог, успел, смог. Бабах, что такое? Так и должно быть, да? Ого. Сколько его раз роняли уже. В плену был, все только не было. Эти прошли и даже на меня не обратили внимания, сволочь. А я двоих вытаскивал вообще-то. Да куда идти? На верную смерть, что ли? Баба! Удар был смертельным. Наступление обернулось бойней. Да пипец. Захлебнулось в крови. Французские пехотные части охватили мятежи. Операцию пришлось прервать. Эмиль, схваченный с другими мятежниками, теперь ждал трибунала. Супер. Воевал, воевал, и на тебе. Собаки, эти лучшие друзья человека, несли службу наравне с солдатами. Доставка писем, спасение раненых, поиск мин – все задания они выполняли до конца. Итак, друзья, на этом я заканчиваю свой выпуск. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новую серию этой интересной игры. Всего вам самого наилучшего. До встречи. Пока, друзья.